Сегодня покажу, как сыграть на Кронике и Сайраксе. Посмотрите на этот красивый геймплей, как классно все это выглядит. Ну и давайте просто приступим. Переходим вот на этот сайт. Я его специально для вас, ребята, перевел на русский язык. Вам важно, чтобы Steam версия была последней. И, пожалуйста, на DirectX 11 запускайте игру. Переходите сюда, скачивайте просто. Здесь также описание, куда, в какую папку что кидать, где что качать и так далее. Посмотрите, поставьте на паузу, это вам пригодится по-любому. А теперь давайте перейдем к делу. Мы скачали файлик, берем, нажимаем правой кнопкой мыши, WinRAR и Extract, то есть разархивировать в папку mk11.cook. Там будет три файлика. Теперь переходим в Steam, заходим в mk11, в опции, свойства, переходим в локальные файлы и просто тыкаем на обзор. Там откроется папка, там где находится игра. Заходим в Binaries, Retail и вот то, что здесь находится, туда надо перекинуть наши три файлика, которые мы скачали. Берем, нажимаем правой кнопкой мыши, копировать. И вставляем именно в эту папку Mortal Kombat 11. Вставить. Готово. Что теперь? Просто нажать играть, выбрать DirectX 11, игра запустится. Написано, что надо нажать F1, чтобы вызвать консоль. Я вам продемонстрирую. Нажимаем F1, выбираем, галочку ставим. Игрок номер один может выбрать, например, Сайракса, Сектора, Люкана, Файргод, Хроника и так далее. Берем Хронику, например, Хронику и на второй ставим, например, Сайракса, да? Нажимаем опять F1, выбираем любого игрока, который вам нравится. Игра начинается, и вот я могу играть, например, вторым игроком за Сайракса. Если не знаете, как открыть все скины, все бруталки, фаталки и так далее, то переходите по вкладке сверху справа или дождитесь окончания видео, там будет видосик, как это сделать. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, я буду очень рад. Желаю вам успехов, ребята. Всем спасибо, с вами был Брэдис, пока!